По легенде учений, пожар начался в подвале здания. В тренажерном зале замкнуло проводку. Заметив дым и огонь, сотрудники центра велоспорта вызвали пожарную охрану и начали эвакуировать людей, находившихся внутри. Спасатели оперативно прибыли к месту вызова, уточнили обстановку и приступили к работе. Условный пожар успешно ликвидировали, на свежий воздух в спасательных аппаратах вывели троих условных пострадавших. В ходе данных учений отработаны моменты по взаимодействию с администрацией объекта, службами жизнеобеспечения городского округа Саранск, а также действий пожарно-спасательных подразделений при ликвидации горения зданий данного центра. Учение своих целей и задач достигнуто. Общая оценка администрации и подразделением пожарно-спасательной службы – хорошо. Уметь правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций очень важно. От алгоритма может зависеть здоровье и жизнь людей. Во время учения отточить навыки смогли и спасатели, и сотрудники спортивного объекта.